Катя Шитова – гость творческой встречи «Детское время». Пришедшим ребятам она читала свои стихи и прозу. «Идеальный мир» – такое название она дала своему рассказу. Для меня это мир с добрыми людьми, у которых нет проблем, которые не ругаются, не кричат, выслушивают друг друга, любят каждого человека на этой планете и уважают каждое существо. Я начала писать после смерти моего дедушки. Это на меня очень сильно повлияло. И хоть я написала стих о своих чувствах после его смерти, я считаю, что именно он сподвиг меня на написание стихов и рассказов. Катя – учащаяся образовательного учреждения номер 7 города Видное. Она еще занимается в музыкальной школе, увлекается поэзией. Стала участницей конкурса «Мой голос», посвященного памяти поэта Альберта Федулова, где получила награду, диплом в номинации «Проба пера». И именно ее среди многих конкурсантов выделила Наталья Замарина, член жюри конкурса и автор этих творческих встреч. Катя не боится сказать то, что она думает. Кате нужно работать над текстами. Я надеюсь, что она не обижается на меня, и надеюсь, что она это осознает сама. Вот, конечно, работа нужна, но в ней есть вот это главное, ради чего вообще стоит писать. Выступление Кати, особенно ее рассказ «Идеальный мир», очень взволновал ребят. И каждый захотел высказать свое мнение. «Идеальный мир должен быть без монтажа. Там не должны ссориться, не должны воровать, не должны убивать. И чтобы все люди жили до 100 лет». Я наблюдаю за развитием своего класса непосредственно. Дети начинают тоже пробовать писать. Пишут небольшие стихи. Они немножко подражательны, но тем не менее это уже свое творчество. Мы пишем прозу. Кто-то танцует, кто-то поет. На мой взгляд, такие встречи очень полезны и очень нужны. Проект «Детское время» дает возможность детям реализовать свое творческое начало. Сделать шаг вперед навстречу своей мечте. Людмила Медведева, Евгений Петров, Елена Кошлева, Видное ТВ.